У каждого ученого разные задачи, ребят. На самом деле есть очень тяжелые. И вот, скажем, мой коллега, зав нашим отделом, профессор Старгуев. А сам я, ну, я программирую на 7 языках, но... Михаил, а как сделать быстрее этот компьютер? Легендарная кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, стала еще выгоднее. Получайте супер-кэшбэк каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Мы в Москве. Позади меня Государственный астрономический институт имени Штернберга. Подписчики нашей телеги уже догадываются, зачем мы здесь. Сегодня мы немножечко обновим рабочий компьютер известного астронома Владимира Сурдина. Узнаем, с какими программами он работает и почему он не обновлял свой компьютер с 2007 года. Поехали! Владимир Георгиевич Сурдин, 70 лет, российский астроном, кандидат физико-математических наук, доцент физического факультета МГУ. Автор множества книг и популяризатор науки, ведущий канала «Неземной подкаст» и «Вселенная плюс». Мы в альма-матер нашей науки. Здравствуйте, Владимир Георгиевич. Привет, Михаил. Извините, что вас отвлекаю, я очень волнуюсь просто. Я смотрю Владимира Георгиевича уже давно, увлекаюсь наукой, астрономией. Мы в его кабинете, и сегодня мы посмотрим, с чем работает настоящий астроном и почему у него такой старый компьютер. Ничего особенного у настоящего астронома нет, поскольку я в основном преподаю теперь. Но мне нужны какие-то живые слайды, гифовские. Ну вот, например, передо мной сейчас на компьютере подвижный слайд, на котором я показываю, как работают часы. Но и он плохо движется. Ну, компьютер действительно старенький. Процессор вроде неплохой, но память маленькая. Видеокарта, наверное, не очень. Ну, в общем, хотелось бы, конечно, что-то более бодрое. Но это то, что я смог купить когда-то для своего рабочего стола. МГУ, надо сказать, не очень хорошо обеспечивает нас, да и не только МГУ. Все университеты в стране сейчас как-то так не очень хорошо финансируются. Это нормально. И мы что можем сами делаем, но иногда даже из хорошего железа не удается добыть достаточно бодрой работы. Ну, мы все-таки не компьютерщики. В железе я мало что понимаю. Когда-то я мог собрать компьютер, но сегодня уже это не мое дело. Я должен наблюдать, я должен считать. С компьютером должны работать те, кто умеет это делать, да, Михаил? Так точно, так точно. Ну, вот Михаил обещал помочь из моего компьютера сделать более бодрую машину. Да, мы не будем ничего менять, мы только немножечко дополним и прокачаем. У Владимира Георгиевича уже есть компьютер, чтобы вы понимали. У человека есть мощный компьютер, но он до сих пор его сам не настроил. Он купил на Ryzen 8-ядерном, и до сих пор у него так дома и лежит. Потому что данной машины, в принципе, для задач ученого в его направлении хватает. Но сегодня мы немножечко его взбодрим, пообщаемся с Владимиром Георгиевичем над тем, чем он занимается на своей машине, и посмотрим, что такое компьютер настоящего ученого. У нас здесь стоит машина из 2007 года, это Core 2 Duo, IDE-шный жесткий диск и 4 гигабайта оперативной памяти. Но для работы хватает. В общем, хватает, но хотелось бы побыстрее. Например, астрономический календарь посчитать, это надо довольно много расчетов, движение планет сделать. А это медленно, это происходит не очень хорошо. Хотелось вот это астрономический побыстрее. Календарь. Да, это календарь, на котором можно посмотреть, как движется планета, по каким орбитам, где они будут, когда восходы, заходы. Особенно для Луны это важно, потому что астроном Луна мешает. Мы ее любим, но она нам мешает наблюдать, она слишком яркая. И хорошее наблюдение только во время новолуний, когда ее почти не видно. Для этого надо выбирать определенное время. Да? Это время мы заранее прогнозируем на год, на полтора, чтобы на телескопе заказать себе наблюдательное время. Сможете сделать быстрее? Обязательно. Мы 100% сделаем быстрее. Для этого мы привезли небольшой
SSD, как вот ускорить любой компьютер, современный, несовременный, не очень современный, это поставить в пару твердотельный накопитель, на который мы накатим винду, и все будет очень быстро летать. И чтобы разгрузить процессорную графику древнего Core 2 Duo из 2007 года, мы купили вот такую видеокарту. Но подробнее об этом нам скажет наш технарь, который этот компьютер уже трогал. Он уже провел дефрагментацию жесткого диска, понял, что это уже совсем динозавр. Именно поэтому мы здесь. Егор, заходи. Егор, сразу вопрос. От меня дилетанта. Погоди. Я знаю, что флешки это тоже твердотельная память, но они работают явно медленнее, чем магнитные диски. Почему же считается, что вот эта твердотельная память будет работать быстрее, чем магнитный диск? Все дело в том, что вот такие накопители очень быстро работают с мелкими файлами. Дело в том, что любой жесткий диск – это механика, а механика будет гораздо медленнее, чем чипы памяти. А системе как раз и нужна быстрая работа с мелкими файлами. Именно поэтому вот любой SATA SSD и вообще твердотельный накопитель сильно ускорит работу Windows. То есть это не флешка, гораздо более продвинутая, да, твердотельная память? В целом, что флешка, что вот такой накопитель, они работают на одном принципе. То есть есть контроллер и есть чипы памяти. В отличие, опять же, от жесткого диска, в котором у нас данные хранятся на магнитном блине. И у нас есть головка, которая над ним летает, и, опять же, любая механика очень медленно. Ну вот как раз у нас тут очень-очень старый жесткий диск. Да-да-да-да-да. Покажи зрителю. Может, кто-то такие не видит. Какая там головка? Над чем она летает? Вот у нас есть небольшой контроллер, который управляет головками. И вот эти головки как раз летают над магнитным диском. Они не касаются его, они летают очень-очень близко. Но так как это механика, то если у нас данные записаны на разных областях диска, то переключение головок занимает большое время. Именно поэтому SSD, в котором нету никакой абсолютной механики, оказывается гораздо быстрее в реальных задачах. Также мы решили поменять видеокарту. Причина простая. Очень многие офисные сборки середины нулевых работают на чипсетной графике. Да, в те года интегрированная графика находилась не в процессоре, она находилась в отдельном чипе рядом. И большая проблема в том, что этот чип достаточно сильно греется сам по себе, а когда еще работает интегрированная графика, он может перегреваться. И болезнь таких старых компьютеров в том, что чип может просто отвалиться, то есть перестать работать. Собственно, именно поэтому мы решили купить дискретную графику. Брать что-то очень мощное не имеет большого смысла. Нужна карта, которая будет ускорять видео, ускорять работу с графикой и так далее. Подойдет GT210, GT610, возможно, немножко поновее. В целом, такую графику можно брать и на БУ-площадках, но, разумеется, мы взяли новую, чтобы точно не было никаких проблем. Сейчас мы Владимиру Георгиевичу прокачаем его компьютер, для того, чтобы он перестал глючить. Вот посмотрите, нагрузка на жесткий диск при открытии любой вкладки больше 100%. Так быть не должно. Сейчас мы это исправим, и Владимир Георгиевич будет пользоваться уже быстрым, хотя не очень новым компьютером. Владимир Георгиевич, пока Егор настраивает и дает вторую жизнь вашему компьютеру, мы с вами в вашу студию перенеслись, где вы записываете свои подкасты. Mm-hmm. Мне очень приятно здесь находиться, даже если честно, не верю. Давайте поговорим немножечко про космические чипы. Ну, во-первых, Михаил, спасибо за то, что Егор настраивает мой компьютер. Я, правда, очень рад. У меня сильно устарело оборудование, а сам бы я никогда в жизни за это не взялся. Вы профессионалы, спасибо. А по поводу космических... Давай, какие вопросы? Если я смогу на них ответить, конечно. Ну, ничего сложного на самом деле. Мы все знаем, что когда чип летит на ракете в космос, он подвергается большим перегрузкам в самом космосе. Перепады температур, большая радиация. Угу. Какие требования к космическим чипам сейчас предъявляются? И какие чипы отправляются в космос? Ну, давай начнем с перегрузок. Они сегодня для твердотельной электроники не страшны. Как только мы вспоминаем, что у артиллеристов есть снаряды управляемые, значит, внутри них летают чипы, а ускорение при выстреле из артиллерийского орудия примерно 100 тысяч G. 100 тысяч G, ну, чуть меньше, там, от 10 до 100 тысяч G, разные орудия бывают. Это примерно такое же ускорение, как вы сотовый телефон без мягкой обложки роняете на кафельный пол.
И он продолжает работать, как правило, да? Если экран не разбивается, то чип работает. Так что перегрузки не страшны. Страшно, когда эти чипы смонтированы на материнской плате, и вот там пайка может от сильной вибрации, а вибрация очень сильная. Перегрузки маленькие при старте ракеты, а вибрация колоссальная. Это звуковые частоты. От двигателей мощных идет звук. И вот на этих частотах, там порядка 1000 Гц, конечно, очень сильная вибрация. Их проверяют, когда пайка закончилась, материнская плата или какая-то другая плата смонтирована на специальных вибростолах, такие вибростенды. Если после этого работает плата, ну, значит, она полетит. Второе – это перепад температуры. Именно перепад. Вот часто ведь говорят, космос – это холод. Ничего подобного. Космос – это жара, как правило. Во-первых, солнечное тепло, там никуда от него не денешься, да? Ночи не бывает, облаков не бывает, и солнце тебя жарит. А во-вторых, стоит в тень зайти, солнца нет, и сразу начинает охлаждаться. Поэтому каждый космический аппарат, и спутники, и большие пилотируемые, они одеты в экрано-вакуумную изоляцию. Она, с одной стороны, блестящая, отталкивает солнечный свет, с другой стороны, сохраняет внутреннее тепло. И тут главное найти равновесие. Когда у тебя внутри холодильники, радиаторы, а солнечное тепло от тебя отброшено, то, в общем, можно сохранить температуру. Единственная проблема – это когда очень долго нет солнца. А такая проблема бывает только на Луне. Вот, если помнишь, наши луноходы, они ведь пережили несколько лунных дней и ночей. Там день – две наших недели, ночь лунная – две наших недели. Ну, от дня как-то можно спрятаться, да, там корпус блестящий, алюминиевый, а ночью очень холодно. На Луне остывает поверхность до минус 170 градусов. И луноход примерно так же остывает, и надо что-то с этим делать. А я напомню, в августе 2023 года, вот прямо совсем недавно, индийский аппарат сел, день проработал, ночью умер. Да. У них не было никакого источника тепла. Наши луноходы работали много лунных дней, потому что там был радиоизотоп. Продумали, радиоизотоп, но там Плутоний распадался, грел, и все это циркулировало внутри электроники, грело ее. Поэтому, если есть, так сказать, продумано заранее, то ничего с электроникой не будет, она нормально себя ведет. А вот последнее, о чем ты спросил, радиация. Вот это действительно проблема. От радиации защититься нечем. Те стенки, которые у космических аппаратов, но они абсолютно не защищают. Три метра почвы вы считали на одном. Три метра почвы, да, или там 5 метров воды. Ну, в общем, это защиты нет. Радиация – это в основном протоны. Быстрые протоны, которые заряд у них небольшой, плюс один, и они от них можно защититься таким образом. Делать в микрочипе крупные полупроводники. От удара одного протона, как правило, не страдает полупроводник, если он крупный, если это не мелкие современные, но такие старого типа, крупные, там, 50-нанометровые, 100-нанометровые и так далее. Но бывает, что не протоны прилетают. Изредка прилетают ядра тяжелых элементов. Ну, гелий, вот альфа-частицы, они часто прилетают, а иногда и кислород, и водород, и азот, а иногда даже ядра железа. А это уже такой клубок тяжелый, который, если вырезается в микрочип, он его почти убивает. Ну, по крайней мере, травмирует очень сильно. Поэтому на каждом ответственном аппарате стоит 3 одинаковых компьютера, и они работают параллельно. И все время выдачи свои сверяют. Одинаково, ну, все нормально работает. Если 2 дают одинаковый выход, а 3-й что-то другое, от него отказываются, его игнорируют, говорят, нет, ты постой в сторонке, у тебя что-то там не заладилось, попал в тебя какой-нибудь тяжелый протон там, или тяжелое ядро. Вот таким образом, в общем, нормально работают. 40 лет в космосе работают компьютеры, которые на Voyager полетели. Да. И вот компьютеры работают нормально. Приборы научные там повыходили из строя. Вот сейчас недавно. Компьютеры работают, потому что с самого начала там грубая такая электроника. Мне говорили, не знаю, это я с чужих слов, вот со слов специалистов, что есть 3 уровня современной микроэлектроники. Бытовой, понятно, военный, гораздо более надежный, и космический, самый надежный, еще надежней. Поэтому все-таки он должен не просто в условиях радиации, а долго в условиях радиации работать. Военный, да, там бывает радиация, бомба взорвалась, но
вышел из строя, и все, война кончилась. А этот должен десятилетиями вкалывать, и никакой замены ему не будет. Поэтому это, конечно, самые надежные. Ну, несмотря на это, вот вы говорили, что в одном из подкастов, который мы все с удовольствием смотрим, спасибо, вы говорили, что космическая эра как раз и стимулировала ученых на создание таких как раз микропроцессоров, потому что мы все видели в интернете фотографии этих огромных жестких дисков, которые грузят кранами. Естественно, такой тяжелый аппарат на орбиту не вывести, тем более сейчас даже цена вывода 1 килограмма на орбиту стоит, как вы говорили, 25 тысяч долларов, да. Ну вот Илон Маск снизил до 20, он бы мог еще сильнее снизить, но зачем? Он уже вне конкуренции, да, он на это зарабатывает, да, очень дорого. Ты говоришь, мы видели в интернете, а я видел живьем эти самые тяжелые компьютеры, но, правда, не видел, чтобы краном, а такие тяжелые магнитные диски, но, скажем, в руках больше одной стопки магнитных дисков точно не унесешь, это десятки. Причем там были там что-то 2 мегабайта или что-то совсем очень по текущим маленькие меркам, да. Я когда, значит, свою курсовую, нет, диссертацию уже начал писать, мне надо было сложную программу по там, ионизации межзвездной среды написать. Я написал программу в 3 килобайта объемом. Ну, на чем? На Basic. А, нет, на Алголе я там писал. Uh-huh. Вот мне сказали, ну, извините, у нас оперативная память только 2 килобайта. Постойте в сторонке. Вот. Поэтому большие компьютеры хорошо работали. Сначала ламповые, это вообще были такие цеха целые, потом полупроводниковые. Вот у нас была полупроводниковая машина BSM-4M, и там каждая плата была паянная, прямо видно, вот транзисторы, вот сопротивление, все это дорожки, да. А в космосе они были непригодны, поэтому, когда на Земле работали компьютеры, космические аппараты вообще обходились без компьютеров. То есть Гагарин полетел без компьютера. На них были программно-временные устройства. То есть там был счетчик времени, и он выдавал команды в зависимости от прошедшего времени. То есть баллистики рассчитывали полет ракеты, полет аппарата, даже к Луне по секундам. И независимо от того, может, он не туда полетел, программное устройство выдавало, как будто он летит правильно. Но, насколько я знаю, что во время работы вот этого программно-временного устройства можно было вносить изменения по радиоканалу. Не знаю, правда это или нет, но я думаю, правда, потому что всякое может случиться в космосе. В отношении некоторых аппаратов, наверное, можно было. Ну, вот, когда человек летал, да, там можно было. А, скажем, как к Луне летали, 59-й год, вот облет Луны, фотографирование обратной стороны Луны, вообще связи с ним не было, ничего туда послать нельзя, только ждали оттуда результатов работы. Mm-hmm. И все это было заранее просчитано, и вот по секундам он выполнял свою программу. А первые компьютеры понадобились, когда полеты, ну, насколько я знаю, такие самые компактные, крутые компьютеры понадобились в программе «Аполлон», ну и в нашей программе тоже. У нас была лунная программа, и те же проблемы были. И аполлоновцы сделали компьютеры, но они размером с современный ноутбук были, mm-hmm, вот такого размера. Все-таки не в одном чипе, да, память отдельно, там процессоры отдельно, но это были маленькие компьютеры, и впервые они стали вот для, для военных и космонавтов использоваться. А потом появился бытовой первый компьютер, по-моему, Z80, да, вот насколько я помню. Это вы про Spectrum? У меня был Spectrum, да, как раз на Z80 Spectrum. А как он? Sinclair ZX48. На кассетах Spectrum еще работал, да? А внешняя память была, да, кассетный магнитофон. На кассетах ужасно плохо, там шума было много, и все время плохо считывалось. А оперативная память была 48 килобайт. 48 килобайт, и все, на все хватало. Вот мы на Basic'е, значит, программировали. Это был прорыв, конечно. Вот трудно поверить. До этого момента большой институт, в котором я работаю, астрономический, 200 научных сотрудников, 200 технических, у нас была большая вычислительная машина, BSM-4M. Она занимала 4 комнаты, и мы там на перфокартах давали программы. Потом нам сказали, друзья, мы ее демонтируем, она уже устарела, и вы уйдете в отпуск летом, а осенью придете с 1 сентября, у нас будет новая машина серии SM. Ну ладно, но мы ушли в отпуск, пришли, а машины нет. И она появилась только через 3 года. А ту забрали. А ту забрали.
И весь институт оказался, на чем считать? Ну, конечно, логарифмические линейки были у всех, мы, конечно, считали, но такая точность большая нужна, тут уже не обойдешься. И я тогда продал свой Запорожец. У меня был Запорожец, такой вот красный, с ушами. Но тогда машина была очень серьезным таким вещем. Не посоветую. Не посоветую я никому Запорожец, это ужасная машина. Но она все-таки возила меня, семью. Я продал свою машину и на эти деньги купил у заезжего английского студента Spectrum. И оказалось, что это единственный компьютер на всю нашу астрономическую группу из 200 человек. Ну и ко мне бегали посчитать. И оказалось, что, в общем, тогда это практически замена большого, серьезного, вот, многотонного компьютера оказалось. Это первый. И меня тогда приглашали в разные телестудии разных городов. И я ездил со спортивной сумкой, чтобы показать. Люди, смотрите, вот это компьютер, это внешняя память, ну, маленький магнитофончик, это маленький телевизор Шилялис, который роль дисплея выполнял. И вот это все я в сумке могу унести, и это компьютер, реально работающий. Тогда вам, наверное, поверить не могли. Люди смотрели на это, правда, что ли, включите, это, пожалуйста, там программа, все такое. Вот это, и что, и сумки, да, и одной рукой, да, можно в одной руке компьютер когда унести. Когда компьютеры были с комнату размером. Они были с несколько комнат размером. Но теперь нас это не удивляет, но спасибо той эпохе, она подтолкнула. То есть космическая эра подтолкнула к нашим смартфонам, ноутбукам и компьютерам, получается так? Ну, я бы сказал, военные задачи подтолкнули космическую эру, а она подтолкнула нашу электронику, наверное. Ну, где военные, там и космос, оно все рядом. Оно до сих пор рядом, конечно, это понятно. Мы выяснили, что для вашей работы серьезно, мощных вычислительных мощностей, больших вычислительных мощностей не нужно. А какие, может быть, суперкомпьютеры работают у вас на кафедре или в МГУ, которые помогают с визуализацией или с какими-то расчетами именно в астрономии? Ну, во-первых, для моих задач все-таки нужны хорошие компьютеры. На первых персоналках я методом Монте-Карло, то есть методом перебора больших массивов данных, считал кое-какие программы. И чтобы не заснуть у компьютера, поскольку ему приходилось там часами это считать, я делал выводы время от времени, чтобы он мне показывал, на каком шаге он работает, и я хотя бы просыпался в этот момент. Сейчас я эти задачи вот на своей старой персоналке, которую вы стараетесь сделать еще более быстрой, но даже на старой это делается моментально. Я нажимаю кнопку, через 3 секунды я получаю результат. Это, конечно, фантастика. Но мои коллеги считают гораздо более сложные вещи. Например, мы изучаем жизнь звездных скоплений. Миллион звезд, и каждая взаимодействует с остальным миллионом. Это очень тяжелые 3D объемные задачи такой звездной динамики. И тут нужны вообще специализированные процессоры там, для быстрого фурье-преобразования. Обычная персоналка может справиться, но она будет полмесяца считать. А специализированные процессоры, их, в общем, для астрономов не будут делать, потому что, ну, кому они нужны, там, 100 астрономов во всем мире этим занимается. Но некоторые наши коллеги, японские коллеги, придумали, сами создали архитектуру этих процессоров, сами их изготовили, и такие специализированные машинки рассылают иногда своим коллегам по всему миру, чтобы ускорить счет. И мы такое дело считаем. А в целом в МГУ есть, конечно, суперкомпьютер. Один на все МГУ. Насколько я знаю, в момент покупки 3 года назад он был самым мощным в России. Может быть, уже появились какие-то альтернативы, но он один из 5, наверное, сегодня сам. Вот гидрометцентр есть самый мощный, по-моему, сегодня. А наш, наверное, на втором теперь месте, а может, и на первом. Удивительно, но первая задача, которую поручили нашему суперкомпьютеру в МГУ, а я был в его недрах, это страшное дело, шкафы, рев вентиляторов, и там главное отвести тепло, по-моему, от этой штуки. Первая задача, которую ему поручили, сосчитать форму железнодорожных колес. Ну, казалось бы, что в этом особенного? А оказывается, это сложная форма колеса, там же сцеплены 2 колеса, они синхронно вращаются, и надо, чтобы они на поворотах отрабатывали правильную скорость,
движение по рельсам, чтобы они центрировали, не давали спрыгнуть с рельса этому вагону, оказалось, это сложная задача. Я не думал, что это так сложно. Ну, когда-то ее, видимо, приблизительно решали. Именно поэтому на плохо уложенных рельсах, а вот, скажем, на БАМе у нас они не очень хорошо уложены, там вечная мерзлота, они гуляют. Часто сходят поезда, каждый день, я бы сказал, сходят поезда с рельсов. Вот на БАМе мы были, очень часто сходят, и большая проблема вернуть их. Вот, поэтому, а сегодня на сверхскоростных, вот этих сапсанах, там вообще очень важно... Нет права на ошибку. Представьте, на этой скорости 200 километров он улетит с рельс. И вот первая задача для суперкомпьютера – форма колес для железной дороги. Посчитали. То есть, получается, фотографии с Джеймса Уэбба, мы с вами уже это обсуждали за кадром, они висят каких-то очень огромных. То есть разрешение настолько большое, что высокое разрешение, вес, да, фотографии может быть 150-300 мегабайт. Угу. Ваш компьютер справляется с этим? И если справляется или не справляется, то еще сразу же встречный вопрос. Все эти фотографии, которые мы видим, они же раскрашены с помощью каких-то программ. И в реальности мы бы не увидели человеческим глазом то, что мы видим в интернете. Ну да, во-первых, большие объемы фотографий мы редко скачиваем, потому что я предпочитаю JPEG, ну, какие-то сжатые форматы. Мне это нужно для преподавания, а не для исследования конкретно. Когда надо что-то исследовать, мы маленькие кусочки из этих фотографий скачиваем уже в ТИФе, то есть в таких с высоким разрешением, и они небольшой объем занимают. Всегда приходится не сырой материал показывать людям, а каким-то образом преобразованный. Есть два совершенно необходимых преобразования. Во-первых, вычистить следы космической радиации. Если мы делаем экспозицию, смотрим на какую-то там звезду или галактику, в это же время частицы радиации бьют по ПЗС-матрице, по другим приемникам и оставляют свои следы. Они никому не нужны, они только шум, какую-то грязь на фотографии создают. Но у них довольно простые линейные такие траектории, линейные треки, они пробивают, они быстро летят. И простая компьютерная программа находит такие линейные следы и просто убирает их. Сказать, что это безобидно, нет. Убирая этот трек, мы какой-нибудь мелкий объект убьем на этой фотографии. Ну, что делать? А иначе мы просто там ничего не увидим. Грязи очень много. А второе, это как показать глазам то, что глаз не видит. Но он не видит ни ультрафиолет, ни рентген, ни гамма, ни далекий инфракрасный. Ну, вот Джеймс Веб работает в инфракрасном среднем, но все равно мы этого не видим. Так же точно, как пульт управления телевизором, он же постоянно лампочкой мигает, телевизор его видит, а ты его не видишь, да? Но мы знаем, как навести на камеру смартфона или как, да, ты его увидишь. Нам надо как-то их преобразовать в обычный видимый диапазон. Есть определенные уже привычки у астрономов. Например, в инфракрасном диапазоне, когда мы снимаем, мы стараемся, чем длиннее волна, на которой работаешь, тем краснее, но обычным красным светом ее выражать. А если она покороче, зеленым, а еще покороче, голубым. И ты когда рассматриваешь Джеймс Уэбба фотографию, тоже так интуитивно чувствуешь, ага, вот тут красные оттенки, значит, совсем длинные волны, там сотни нанометров, даже тысячи нанометров, а голубое, значит, это поближе к оптическому диапазону. Приходится радиоизображение раскрашивать. И тут никакого канона нет. И часто бывает, что один и тот же объект, который в радиодиапазоне наблюли плохое слово. Выглядит по-разному. Да, мы так говорим. После наблюдения получили. Выглядит по-разному. Один автор раскрасил, как ему кажется, а другой раскрасил по-другому. Поэтому обычно рядом с такой картинкой есть еще шкала цветов, и показано, какому цвету какая длина волны соответствует, тогда ты можешь спокойно понять. В популярных книжках и на сайтах, вот в таких подкастах, как правило, эту шкалу игнорируют, выкидывают. Хочется вот красивое изображение показать. Вот вам. Да, там солнце разноцветное, да. Это немножко, ну, не очень хорошо. Лучше эту техническую деталь сохранять, чтобы люди, которые глубже хотят что-то понять, увидели, а вот какие тут длины волн, какие газы излучают, какие спектральные линии тут использованы. Но
Я тоже не всегда это делаю в своих передачах. Хочется красоту, а уж потом, если вопросы идут, ты начинаешь объяснять. Вот тут там линия железа, тут линия гелия. Ну, вы все равно бы их не увидели в ультрафиолете. Ну, мы вам их раскрасили. А вот на своем компьютере, домашнем или компьютере на кафедре, в основном, какие программы вы используете в качестве работы? Когда я активно занимался наукой, сейчас я не активно занимаюсь наукой, я руковожу там студенческими научными работами, аспирантскими, и свои делаю уже как-то так по инерции. Все-таки мне уже за 70 лет, я больше преподаватель сегодня, чем действующий ученый. Раньше я занимался звездной динамикой и, как правило, вот считал движение звезд, и иногда там столкновение облаков и так далее, но на таком уровне, который не требовал серьезных, таких тяжелых компьютерных расчетов. Да и вообще сегодня, я думаю, очень редко кто занимается тяжелым компьютерным расчетом. Большинство теоретиков, я бы сказал, до сих пор еще некоторые логарифмическими линейками пользуются. Ну, про арифмометры мы уже забыли, а я еще помню, как крутить ручку на механической вот этой счетной машинке. Мы их использовали, но это совсем древность. А сегодня для меня более актуально, скажем, астрономические календари. То, что помогает, электронные, конечно, да, готовые уже. То, что мне помогает рассчитать на ближайшие несколько месяцев положение звезд, планет, каких-то интересных объектов. Вот последняя моя такая работа, связанная с тяжелыми расчетами. Есть такой электронный планетарий, можно сказать, Redshift. Это система, которая на экране компьютера ну, в общем, представляете движение планет, звезд, галактик в прошлое на тысячи лет, в будущее на тысячи лет. Ты можешь посмотреть, какие солнечные затмения были в эпоху там строительства пирамид, как все это было на небе, другие созвездия были, Земля меняет ось наклона своего и так далее. Это мы делали вместе с крутыми настоящими программистами из Роскосмоса, молодыми ребятами, а мы как астрономы, вот я тогда как астроном был консультантом, мы им подкидывали то, чего они знать не могли, как надо звезды изображать, какими уравнениями пользоваться, чтобы движение звезд или планет использовать. Это была коллективная работа. То есть сам я к компьютеру, к тому компьютеру, на котором писали код этого Redshift. Кстати, Redshift... Его можно скачать где-то? Это... Я могу похвастаться, это уже в течение 20 лет лучший электронный планетарий в мире. Есть такой ведущий журнал для любителей астрономии, Sky and Telescope, американский, и он каждый год проводит рейтинг электронных планетариев. Их сотни. Есть платные, бесплатные, любительские, профессиональные. Так вот, Redshift, который в конце 90-х годов только родился у нас, тогда было тяжелое время. К нам приехал канадский предприниматель, собрал молодых ребят, которым вообще там прокормить семью было невозможно. Привез, поставил компьютеры в каком-то сарае в городе Королеве и сказал, давайте сделаем что-нибудь по-настоящему. И вот мы это стали делать. Сегодня, по-моему, Redshift 12-го выпуска на всех языках мира. Он до сих пор обновляется и поддерживает. Он обновляется. Есть бесплатные версии, ну, которые там 3-4 года назад выпускали. Есть платные, но недорогие. Но это супер. Я горжусь вообще Конечно. Этой работой. Такое впечатление бывает, что уже не надо смотреть на солнце, на звездное небо. Ты просто можешь навести телескоп на экран своего компьютера и изучать. Мы забили туда все, что мы знаем вообще о звездах, о планетах. Ты можешь переместиться, как будто ты наблюдаешь Вселенную там, со спутника. То есть это в 3D все, да, я правильно понимаю? Или как? Нет, ну экран-то расчет. Плоский. Экран. Нет, да, понятно. Нет, ну, конечно, в 3D. Конечно, ага, то есть там и визуализацию, все там продумали. Супер. Отлично. Redshift. Так, почему, ребята, скачиваем и смотрим. Почему Redshift? Это красное смещение не только в смысле там, эффекта Доплера, это еще и сам канадский предприниматель переехал, можно сказать, в бывший Советский Союз. Да. Это для него был Redshift. И вот эта программа, она, конечно, очень хороша. И она чем интересна? Какие-то новые открытия в астрономии происходят. Мы каждый день сегодня обнаруживаем примерно 100-150 новых объектов в Солнечной системе. Он подкачивает это дело. Его база данных
постоянно обновляется. Ты его включаешь, он тут же ходит по каталогам, которые там сегодня ночью обновились, новые объекты возникли, он подкачивает, и у тебя все время актуальная вселенная перед глазами. Я даже, ну вот, один из предметов моей гордости. Книжки — это ладно, но такое... Но это можно было сделать только в коллективе крутых компьютерщиков и грамотных астрономов. Вот они поняли, что надо объединить нас, тех, кто знает о звездах, и тех, кто умеет это дело программировать. И мы сделали хороший продукт. Ну вот, пожалуй, это мое самое близкое столкновение было с компьютерной техникой, когда я все-таки понимал, как это программируется, чтобы поддерживать работу ребят и давать им правильные данные. А сам я, ну, я программирую на 7 языках. Но, серьезно? Да, серьезно, я могу их перечислить. Давайте. Но я думаю, про эти языки уже мало кто помнит. Половина уже как бы умершие, будем так говорить. Угу. Но все же кто-то давайте наверняка вспомнит. Fortran. Он еще обновляет, он еще живой язык. Алгол, по-моему, уже не живой язык. А Basic, старый Basic, там никакой не Visual. Basic, да, такой примитивный. А Ford, кто-нибудь помнит о нем? Нет, стековая память, там была Ford такой для расчета, хороший язык. А Pascal, я до сих пор на нем пишу, кстати. C, 2 плюса я не стал учить. Для меня Pascal сейчас достаточно. Аналитик. Вот про такой язык вряд ли ваше поколение слышало. Это был специализированный язык для программирования специализированного компьютера МИР. МИР и МИР-2. Это был советский компьютер размером с два вот этих стола. Не так уж много. Один монитор, два стола. Программа вводилась туда на перфоленте. И на русском языке, наверное. На русском языке. Вот. Подожди. Да, на русском языке, да. На перфоленте, он туда пробегал, эти дырочки считывал. Это я знаю, когда работал с космическими аппаратами, вот. Я точно на такой же перфоленте работал. Не карты были, не карты, перфоленты. Мы ее в таких круглых коробочках носили. Но прелесть этого компьютера была для нас в том, что в него зашита была вся таблица интегралов неопределенных, и ему не надо было численно считать интеграл, если он лез в таблицу компьютера, если в ней был интеграл неопределенный, он его, значит, находил там. И еще одна прелесть. Я мог задать ему длину чисел, длину после запятой, сколько знаков мне надо вычислять. Такого не было вообще ни у одного компьютера. Я говорил ему так, 20 знаков после запятой, мне точность нужна. Он там работал несколько часов, но он делал мне такую точность. Насколько я помню, мы продали патент на эту машину МИР американцам. В ту пору она была уникальная. Делают ли? Не думаю, что ее сейчас делают. Может, наработки какие-то используются. Но в тот момент она оказалась уникальной. А БСМ-6 у нас когда-то была уникальная машина. Самая крутая в мире. Но это был этап, на котором потом нас, конечно, опередили. Что-то пошло не так. Что-то пошло так медленнее, чем у других. Продолжаем. Там давай. Не все языки перечислили. А, подожди, как... По-моему, сколько вы назвали языков? Fortran, Algol, Ford, Basic, Pascal, Analytic. Это 6. Вот и еще что-то после аналитика. HTML. Я страничку свою сам пишу на этом самом... Я, кстати, заходил на нее. Это прям такой камбэк в 90-е. Да. Мне иногда говорят, ну что у вас за страничка? Давайте мы вам сделаем красоту. Нет, ребят, красоту я не смогу поддерживать. А вот эти вот команды HTML-ные я помню хорошо и могу каждый день что-то там добавлять, менять. 7 языков. Ну, я вам скажу, что это... Мертвых. Ну, как мертвых, не мертвых, но... Все равно. В общем, давайте перенесемся обратно в ваш кабинет, посмотрим, что Егор там настроил, и вы покажете, с каким компьютером теперь вам предстоит работать. Заранее большое спасибо. Пойдем посмотрим. Легендарная кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, стала еще выгоднее. Получайте супер-кэшбэк каждый месяц. И бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Формально плата на G31 чипсете поддерживает 4-ядерники. Но здесь простая офисная доска с 3 фазами питания без радиаторов и горячий топовый камень просто убьет 15-летнюю старушку. Поэтому мы решили оставить текущий Core 2 Duo, который, как мы показали, отлично тянет и серфинг, и видео в 1080p.
ОЗУ тут уже максимум 2 модуля по 2 гигабайта, а блок питания не так давно вышел из строя, и Владимир Георгиевич самостоятельно его поменял. Нам осталось лишь переставить систему на SSD и упростить жизнь чипсету и процессору, установив простую видеокарту. Со старыми компьютерами никогда не бывает просто. Как оказалось, далеко не все USB здесь загрузочные, поэтому пришлось перебором найти именно тот, с которого флешка решила загружаться. Что самое удивительное, даже на таком достаточно старом компьютере и середины нулевых работает утилита винтой. Ее большой плюс в том, что она позволяет загружать сразу несколько образов системы. Например, Windows 10 или Windows 11, Ubuntu, различные Linux. Приехали мы обратно, Владимир Георгиевич, в ваш кабинет. Давай попробуем мой новый компьютер. Новый старый компьютер, новый посмотреть, старый компьютер. Как он теперь работает. А может, Егор объяснит нам, что он сделал? Егор, давай, рассказывай, что ты тут намутил. Большая проблема старых компьютеров в том, что видеокарты, которые там стоят, не способны видеоускорять ролики, например, на YouTube. И поэтому сильно нагружается процессор. И самый адекватный выход – это поставить более-менее современную затычку, которая уже будет способна ускорять ролики на YouTube. В том числе еще сильно помогает расширение под названием H264iFi. Его идея в том, что она переключает кодек на YouTube с нового тяжелого VP9 на более старый AVC, который гораздо проще переваривается простыми видеокартами, но при этом обеспечивает хорошее качество видео вплоть до Full HD. И вот он нормально работает. Да, нормально абсолютно работает, при этом опять же... Нагрузки на жесткий диск нету. Да. Да и на карту меньше 20%. Да, а SSD тоже... Да, на SSD нет, процессор тоже сейчас уже отпустило. И это Full HD ролик нормально. На самом деле главная задача была именно взбодрить старый компьютер, потому что его задачи, которые выполняет Владимир Георгиевич, они не такие сложные, чтобы полностью обновлять машину. У Владимира Георгиевича есть ноутбук хороший, Asus современный, мини-ПК на 8-ядерном Ryzen, а этот компьютер нужен для выполнения вот таких простейшей работы. В основном чем вы, Владимир Георгиевич, занимаетесь здесь? Презентации готовлю для университетских лекций, для популярных лекций. Какие-то просматриваю свои архивы астрономических данных. Действительно, там ничего особенного, никакого счета мощного не нужно, но видео хотелось бы нормально смотреть. Вот теперь я вижу, что это... Ваш канал? Да. Ну, это как раз наш канал. Вот, да. Подписывайтесь на «Неземной подкаст», кто еще не видел, но я думаю, все наши зрители знают Владимира Георгиевича, смотрят его, любят и уважают. Владимир Георгиевич, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Ой, ребят, большое спасибо, я правда... В первую очередь, я желаю вам, я не знаю, сколько у вас энергии хватает, вы снимаетесь, наверное, больше, чем я. Да, там точно больше, чем я. Энергия возникает, когда ты находишь контакт с любознательными людьми, правда, это на самом деле... Я в основном иду читать лекции не потому, что я им чего-то даю, людям, а то, что собирается группа людей, которым интересно узнать что-то новое об этом мире окружающем. Вот это подпитывает адреналин такой. Спасибо вам большое. Вам большое спасибо, что уделили нам время. Спасибо большое. Ну, теперь лет через 10 еще приедете? Да какой через 10? Через... Зовите хоть каждый год нас. Мы вам будем настраивать компьютеры и все вам помогать. Главное, здоровья, Владимир Георгиевич, вам. Побольше силы, чтобы вы нас радовали этим контентом, потому что вы очень энергичный человек. Я не знаю, где вы ее берете, но, видимо, наука действительно, вот умные мысли дают... Да ладно, всем молодые и веселые. С Новым годом, ребята! С Новым годом! Кто угадает, что это такое? Ну, это, наверное, метеорит. Челябинский метеорит. Ну, во-первых, Челябинский был каменный, а этот... Металл. Очевидно. Да, это металл. Ну, кусочек от метеорита металлического, но... Все бы хорошо, но вот видишь, плоская срез, грань. Да, какой-то да. Ровный, больно. Это осколок зенитного снаряда, который над нашей обсерваторией разорвался. В горах бывают лавины. Лавины, противолавинная служба пытается пустить, сбить. И вот один зенитный снаряд как раз залетел на обсерваторию Пик-Тарскол, и над ней разорвался. Никого не убил, там пару проводов порвал, но вот осколки мы до сих пор собираем. А похож на метеорит? Да.